В стране в самом разгаре подготовка к единому дню голосования. Каждый избиратель может обратиться в участковую комиссию, чтобы уточнить внесенные о нем сведения. 24 февраля – крайний срок, когда в дополнительные списки внесут тех, кто желает голосовать по месту проживания, не имея регистрации. Для этого в комиссию необходимо предоставить подтверждающий документ – договор найма или купли-продажи. По программе «Семейный капитал» открыто уже более 134 тысяч депозитных счетов. С 1 января этого года размер единовременной выплаты – 31 480 рублей. На досрочное распоряжение средствами подано свыше 80 тысяч заявлений. Основная доля – на улучшение жилищных условий, получение медуслуг и образование. Главный городской бренд продолжает покорять вершины. «Красный пищевик» вернулся с главного гастрономического форума России «Продэкспо-2024» с наградами. Две золотые медали за инновации в составе продукта и удобство в потреблении. Выбором торговых сетей номер один стал зефир в шоколаде «Первый Бобруйский». 15 февраля в 10 часов на пересечении Социалистической и Интернациональной пройдет возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам и митинг, посвященный Дню памяти и 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 17 февраля с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение жилищной политики, градостроительства, связи, транспорта и коммуникаций. Также разговор коснется вопросов контроля за исполнением документов и работы с обращением граждан и юридических лиц.